Ну что, ребята, первое, это я бы вам посоветовал бы бороться. Вот, бороться за каждый матч. Представьте, что у вас сейчас матч, и работайте с каждым мячом. Работайте с каждым мячом, который прилетает в вашу сторону корта. Вот, отрабатывайте правильно. Не бойтесь отрабатывать правильно. Если вы защищаетесь, защищайтесь на 100%. Если вы играете агрессивно, играйте агрессивно на 100%. Вот, не надо думать, не надо какие-то задние мысли включать и притормаживать в ударах. Поэтому давайте, ребята. А второе, это я бы посоветовал вам фокусироваться. Многие говорят, ну, очень сложно фокусироваться, концентрацию держать, типа, на, ну, как в процессе матча, на весь матч. Но у вас есть пауза, ребята, вот, есть пауза, на переходах есть пауза, на... после каждого розыгрыша есть пауза. Поэтому вот этими паузами пользуйтесь правильно. Вот так вот. И третье, что я вам хочу сказать, это не стараться быть победителем постоянно, а стараться быть достигателем. Что я имею в виду под этим? Это достигатель, это тот человек, который всегда старается развить себя и свою игру. Вот. И он не думает, как бы он выигрывал бы против других, он больше или она больше думает о том, как лучше развить свою игру. Поэтому думайте об этом больше, ребята. Как вы, что вы должны сделать, чтобы вы могли выступать или даже тренироваться лучше. И следите, конечно, что очень важно, следите за своим питанием. Давайте, удачи. Давайте, ребята.